Я уже четвертый раз в Брянске, как региональный представитель посольства Германии в Москве. И каждый раз я посещаю университет, чтобы побеседовать со студентами. Во время своих визитов я общалась и с ректором, и с доцентами факультета иностранных языков. Особенно интересными были для меня беседы со студентами, когда они задавали различные вопросы. Самое ценное для меня — возможность открытого диалога с преподавателями и студентами. Меня приятно удивил уровень знаний студентов, их знания немецкого языка. Даже те ребята, которые редко были в Германии или вовсе не выезжали за границу, очень хорошо владеют немецким языком.